Перед вами демонстрационная модель электровакуумного диода. В виде плоского диска сверху виден анод. Под ним расположена спираль. Это катод. Анод и катод находятся в стеклянном баллоне, из которого откачан воздух. Выводы спирали соединены с нижними клеммами. Клемма, соединенная с анодом, находится сверху. Наэлектризуем эбонитовую палочку и передадим возникший на ней отрицательный заряд электрометру. Накопив на электрометре заряд достаточной величины, соединим его проводником с анодом диода. Включим накал. Заряд электрометра не изменяется. Разрядим электрометр. Теперь наэлектризуем стеклянную палочку. Сейчас от стеклянной палочки электрометру передается положительный заряд. Вновь соединив электрометр с анодом, видим, что пока катод остается холодным, электрометр не разряжается. Но как только катод раскаляется, заряд электрометра быстро исчезает.